Молодой, красивый, талантливый, харизматичный. Именно эти слова говорят в пользу большинства турецких актеров-мужчин. А я предлагаю тебе выбрать, какое из слов больше других подходит нашему герою. Напиши об этом в комментарии прямо сейчас. А пока ты пишешь, мы знакомимся ближе с виновником этого видео. Это Уразкай Гелароглу. И все самое интересное про актера и его реальную жизнь позади экрана. Проверяй, подписан ли ты на канал. И поехали! Если ты когда-либо будешь в Стамбуле и захочешь ощутить настоящий турецкий колорит с его шумными нетуристическими рынками, обязательно загляни в район Кадыköy, а заодно почувствуешь, как жилось здесь все детство актера турецких сериалов Уразкай Гелароглу, где он, собственно, и вырос. Родился он, кстати, в 1987 году. И все было как бы хорошо, пока в возрасте 4 лет он не потерял отца. С этого момента матери Ураза пришлось взять все воспитание и финансовое обеспечение на свои плечи, а маленький мальчик был вынужден взрослеть морально намного быстрее своих сверстников, что сделало его очень самостоятельным уже во взрослой жизни. Поскольку Уразкай Гелароглу всегда был очень коммуникабельным парнем, ему не составило труда поступить и выучиться на рекламщика в университете, что еще больше развило его навыки общения с людьми, а в результате и продвижение себя как актера. Все началось со съемок в небольших рекламных роликах. Позже рекламного актера пригласили на телевидение, где он длительное время был ведущим развлекательной викторины. А вот дебют в кино, а точнее в сериале, произошел в 2008 году. Это был семейный боевик с названием «СС». Почти сразу же после первой роли Ураз опять снимается в боевике. На этот раз в криминальном. Так уж случилось, что в начале карьеры ему пошло именно это направление киносериалов. Хотя где-то в душе он чувствовал, что его призвание – это комедийный жанр, в котором он очень хорошо преуспел годами позже. Вот весь список сериалов, где снимался Уразкай Гелароглу. «СС», «Путь дракона», «Клавишные герои», «С кем ты танцуешь», «Мы невинны», «Рыбка Эгейского моря», «Дочь посла». Между ролями в сериалах Ураз успел еще раз побывать ведущим на телевидении, но уже в другой программе. Помимо работы, он, как и все мы, любит отдохнуть. Главное активное увлечение Уразкай Гелароглу – это путешествия. Без них он просто не может восстановить свои жизненные силы. Ну а когда актер дома, его трудно оторвать от настольных игр. В особом почете нарды. Инстаграм он тоже ведет относительно активно. Сейчас у него около 1,5 миллиона подписчиков. Пристрастие к вкусной еде тоже никто не отменял. Хорошо, что Ураз занимается в спортзале и не имеет проблем с лишним весом через это увлечение. Но так было не всегда. В юном возрасте парень был довольно пухленьким и весил около 140 килограммов. Благодаря своему упорству и желанию отлично выглядеть, Уразкай Гелароглу удалось скинуть целых 64 килограмма. Сейчас вес актера составляет 76 килограммов. Рост 1 метр 88 сантиметров. Вот это я понимаю сила воли. Молодец! И в завершении о личной жизни. В 2014 году Ураз женился. Через 2 года у него родилась дочка, которую назвали Ада. А спустя 5 лет с момента свадьбы брак распался, оставив по себе самые теплые воспоминания в памяти актера. Бывшие супруги до сих пор сохраняют дружеские отношения, а у маленькой Ады теперь есть 2 дома по отдельности – с мамой и папой, где она может проводить время без каких-либо ограничений. Не ограничивайся только просмотром этого видео, а напиши комментарий, есть ли у тебя столько силы воли, как у Уразкай Гелароглу. Поставь лайк, если понравилось, и обязательно подпишись на канал.